У кого как, а в ТГУ весна не только не за горами, а практически уже наступает. И первым ее вестником стала Татьяна Абдалова, студентка Тольяттинского государственного университета, обладательница множества титулов и званий, среди которых и мисс ТГУ 2014 года, а ныне еще и представитель федеральной дирекции программы «Российская студенческая весна». Татьяна провела творческую встречу со студентами под названием «100 дней до российской студенческой весны». Главной темой обсуждения, разумеется, стал студенческий фестиваль. Творческая встреча получилась очень насыщенной. Татьяна Абдалова презентовала мероприятия программы и фестиваля «Российская студенческая весна-2017» и провела мастер-класс «Ивент равно мероприятие». Во-первых, 100 дней до российской студенческой весны, мы всем об этом знаем. Сейчас студенческие советы находятся на стадии того, что они пишут свои сценарии, продумывают свой подробный план. И, соответственно, учитывая то, что Татьяна Абдалова является все-таки нашей студенткой, скоро уже выпускницей, поэтому мы решили пригласить на нашу встречу именно здесь. Показать, что студентам не нужно бояться этого мероприятия, что необходимо все-таки творчески подходить к каждому вопросу. И самое главное, показать именно студенческую весну. Российская студенческая весна в этом году отмечает 25-летие. Юбилейный фестиваль пройдет в Туле и соберет более 3000 студентов. Учредители фестиваля – Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Российский союз молодежи. До российской студвесны – 100 дней. А вот до университетского фестиваля осталось всего ничего. Он начнется уже 13 марта.